Здравствуйте, друзья! Мы по-прежнему с вами находимся возле канцлерамта и возле Бундестага в самом центре Берлина. И находимся мы здесь для того, чтобы максимально придать огласке те злодеяния, которые совершают российские военные в Украине, и для того, чтобы заставить немецкое правительство, именно заставить поставлять вовремя оружие для Украины. Итак, произошло вот что. На протяжении 3 недель, откуда мы здесь стоим, приходило очень много журналистов и политиков. Все они, очень многие даже из них, не все они, конечно же, они скептически относятся к тем фотографиям аллеи жертв, которые мы представили, к преступлениям российского режима, российской военщины. Они говорят, что это постановочно, что это пропаганда Украины. Поэтому 21 числа мы организовываем здесь, в рамках нашего лагеря, телемост с теми жертвами, с теми свидетелями, живыми свидетелями, которые выжили и пережили эту катастрофу, чтобы они засвидетельствовали перед немецкими журналистами и политиками то, что они пережили. И дальше мы этот материал задокументируем и, естественно, передадим в Международный суд. Приходите, все будет Украина.